Ой, я... как вы заколебали, честное слово! Что мы заколебали? Шо... Да вот! Ля, смотри, он выигрывает и еще и возмущается. Да, вообще... Кто возмущается? Если бы я возмущался... Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, Джек и Игорь. Добро пожаловать на экран, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Снайперы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! И вы знаете, что делать, как обычно, вы меня часто просите записывать эту рубрику, поэтому если мы наберем 25 тысяч лайков на вот этой серии, то сразу же выйдет продолжение, да, пацаны? Да, да, да! Конечно, конечно, потом... Лайки! Все, 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 погнали, погнали! Так. Мы еще вернулись к старой карте, да? Мы будем чередовать! Искренне поздравляю тебя, да. В прошлый раз ты затащил, да. Больше этому не бывает. Да. Хватит, да. Ладно, я записал свою победу. А чё, а что партизан опять где-то ползает, наверное, да? В смысле ползаю? Он ползает. Крысиный ползун он. Я ползаю? Чё не ползаю? Элисан, пилотируйся, давай. Пацаны, мы если что, можем как бы убегать иногда, знаете, так показывать друг другу там. Привет, и не стоять на одном месте. Опа, как сейчас, опа, привет. Я пару раз чекнулся, Эдисон. Это уже не один раз. Я как бы все чекнулись. Ну да. Я вот посмотрел вроде на все точки, да, на которых мы обычно прячемся. Что-то нигде нету. Что-то у меня вот такая же ситуация на самом деле, прям такая же. Я вам отвечаю, вот кто-то сидит на балконе, вот я вам чувствую. Идентичная просто. Жопой. Да, вот с этим я согласен. Кто-то явно. А, я понял, это Жека сидит на каком балконе? Тут как бы много балконов, ничего? Да, вот именно, на каком ты? Вот давай. Шоу, давай. Где? Где? Да, вот там. На каком балконе, Игорь? Там, где терраса, вон там. Там, где терраса, понимаешь? Терраса? Все понятно, терраса. Ну, как это объяснить? Ну, так какая балкон? Терраса? Да, балкон. Вот. Он стоял, балкон. А вот этот? А я думаю, какой балкон оказывается вот этот? Ага, спасибо ей, спасибо. Не, ну вы можете хоть когда-нибудь вылазить? Я вообще ничего не вижу. Я даже не залезанный, я сейчас не залезанный. Так, где он побежал? Я побежал. Кусай его, за лапу, хватай! Что вы делаете? Куда? Откуда ты, паскуда, меня убила? Где он нахрен? Кто? Как умер? Вообще ничего не понимаю! Я вообще не понял, что произошло. Я стоял, а где был, интересно? А, я понял, где ты был, ладно, все. Молчи. Где он был? Давай! Рассказывай! В заднице, в жопе. В заднице он был, да? Значит, в заднице он был. Игорь, какой ты заднице был? Давай рассказывай. Тихо, Эдисон, тихо, я к тебе. Шо тихо? Шо ты продвигаешься? Куда ты продвигаешься? Не надо никуда продвигаться, Игорь. Мне кажется, вы немножко. Ну ладно. Игорь. Это просто так странно надо смотреть, когда продвигаются. Игорь! А! Да что такие? Это куда? В смысле? Орёт там разве сам с тобой? Куда там шоу? Это все так и было подстроено, да. Я, конечно, такой и шел, и нашел. Да, это все так и есть, все так и есть, да. А где вот эта скотина, которая типа вот это самое? А хрен его знает! Я как бы Эдисона видел, но так он убежал куда-то. Вообще говнюк. Я куда-то убежал, ага. А еще что ты такое тупое скажешь, да? Типа я куда-то убежал. Игорь, ой, Эдисон нам пудрит мозги, Игорь, не верь ему. Игорь, я тебе... Он манипулятор. Он психонатор. Психонатор? Психонатор. Так где этот? Как его? Очконавт, жопонавт, я не знаю, где он. Игорь! Я знаю. О, вы как бы, блин! Пацаны, я хочу кое-что сказать, но я не могу. Да ты ничего не говори, ты молчи. Игорь! Игорь! Я слышал, как там по лестнице поднимается такой, а? Вы просто понимаете?
понимаете? Вы один снизу, другой сверху. Ты где вы? Где вы? Где ты? Где ты? Тебя нету, где ты? Я видел, как ты бегал, я видел тут тебя на крыше, короче. Я видел тебя еще как типа за краном. Я тебя еще с другого конца карты видел. Пока ты добежал, ты, походу, передисквалифицировался. Да, да. Ну шо? Шо, пацаны, идите в сраку вы. Второй раунд! Второй раунд! Война, война, обед по расписанию. Не надо ничего жрать, я же успокойся. Ты и так как пельмень, понимаешь? В руках, не жри, не жри. Куда еще больше жрать? Куда еще больше, Игорь? Так, а вы тебе мне скажите, где вы прятаетесь, а? А, вот, типа, там где такие блоки возле нас. Это, блин, вообще. Я, короче, стою, я на блоках стою, вот, можно так сказать. Я тоже. Да? А, то есть, подожди, и ты на блоках стоишь. Да, прикинь. Мне кажется, мы где-то рядом. Совпадение, совпадение. Мы где-то рядом, Жека, если мы на блоках вместе. Так. Да, это совпадение, не думаю. Совпадение. Конечно, совпадение, а что ты думал? Да это не совпадение, это... А, это не... Подожди, это не совпадение, да? Это, да, это не совпадение, понимаешь? Так, все было. Вот сказку, смотрите на вертолет, я сейчас улечу. Не, просто с ума сошел, пацаны, не обращайте внимания, просто это. Так определись. Определись. Мать, это мусор в рацию. Жека, он возле вертолета? Я смотрю туда. Не надо орать! Я вижу его! В смысле? Он там был, возле вертолета, он сейчас в этом, в башне вот в этой. Ну да. Да я тебе говорю, зачем мне тебе врать? Ну конечно, да. Обманщик, ты посмотри на его какой... Да, обманщик, я не обманщик. Обманщика. Ты мозги пудришь, сам видел по-любому. Ага, ну да. Я раньше тебя вообще его заметил, можно так сказать. Ну вообще тогда вообще замечательно. Значит, я улетел на вертолёте. А, ты уже улетел. А, то есть всё, мы с тобой, Жека, один на один, если... Я построил портал и телепортировался в другую вселенную. Не, подожди, это не рубрика «Как сделать портал», успокойся. Ой, нет? Как вы заколебали, честное слово! А что мы заколебали? Да вот! Да, смотри, он выигрывает и еще и возмущается. Да, вообще. Кто возмущается? Если бы я возмущался... Ну ты дебил! Я специально. Я хотел, это тактика пьяного мастера. Я просто соскользнул с крыши, пацаны, все нормально. С кем мы играем? С кем мы играем? Пацаны, вы это специально, да, сделали? Или это же тактика пьяного мастера. Два лохопута так. Прыгнуть между крышами, бежал по карте успешно, а потом неуспешно прыгал. Это новый рекорд. Рекорд, понимаешь? Рекорд. Самый изи уровень в мире, который я когда-либо выигрывал, можно так сказать. Подожди, а Жека тоже разбил? Ну да. Я как подбежал и между домами такой полетел, как знаешь. Тиририм! Тун-тун-тун. Итак, вы вообще в ноты не попадаете. Я закончил консерватуру в Бердянск. Давайте у нас будем акапелла петь. Короче, кто-то барабан, кто-то битбоксит. Давай. Я можно я буду делать? Давай, та-да-дам. Да пчика-пчика-пчикался, понимаешь? Апчика-пчика-пчика-пчика-пал. Па-па-ра-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-т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 а. Успокойся, успокойся. Успокойся. Я сказал успокойся. Оказался. Это мне как-то невнушительно звучит. Когда я у тебя на мушке, ты говоришь успокойся. Я случайно шандарахнулся, пацаны, что мне делать? Куда уже шандарахнулся? Ну, пацаны, что мне делать? У меня такой вопрос. Я в гемоде тебе блок поставлю, чтобы ты выбрался. Отойди. Какой блок? Игорь, мне надо слабать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Что там за мухлюют кто-то? Кто мухлюет? Я шандарахнулся вообще, понимаешь? Такой, упал такой. Да, нет, нет. Да как? Да! Я три раза ударил, как ты выжил? А у меня было два сердечка, понимаешь, я такой... Трам! И всё. Сраный нож! Ты транс? Он сказал, что он транс! Я говорю, странный нож. А, ладно. Пацаны, давай еще хотя бы пару раундов загоняем. Это как-то не почувствовал вообще, понимаете? Что такое?
почувствовал. Полиция секса. Еще пару раундов, да? Ты победил, и шо? Я хочу еще! Ребят, короче, если хотите еще. А давай мы посмотрим. Давай, когда лайки наберем, тогда и посмотрим, окей? Договорились? Ладно. Ну хорошо, тогда все. Ставьте лайк. 25 тысяч лайков! Обещаю, что будет продолжение. Вот прям сразу же! Поэтому ставьте лайки. Я могу на себя посмотреть? Ставьте лайки, да. Спасибо за просмотр. О, какой красивый. Спасибо. Стул сломала, понятно. Поломала. Лайки! А я выливаю от этих дебилов. До свидания. Ну и пока. Также можете посмотреть видос Жеки, где я сегодня играл в его серии «Жирного как пельмень богача». Мне кажется, то, что получилось довольно-таки интересно. Поэтому вот, вперед. Угу.